Лето – это, конечно, купальный сезон. Целыми семьями большой компании люди посещают зоны отдыха. Иногда такие мероприятия заканчиваются печально. Только с началом сезона в Аламюдинском районе зарегистрировано 4 утопленника. По Аламюдинскому району в 2022 году обучалось в школах и в детских садах 38 542 ребенка. Сейчас у нас летние каникулы, дети отдыхают. Основным видом отдыха в летнее время считается купание, поэтому хотелось бы попросить, чтобы купание детей было организовано и производилось только в официально обозначенных для этого местах. Там, где запрещено купаться, есть вывески, знаки, что купание запрещено. Цель нашего рейдового мероприятия снизить количество утопленников, не только несовершеннолетних детей, в том числе и взрослых. В таких вот в местах, в таких местах мы проводим со спасателями профилактические мероприятия, а в тех водоемах искусственных, где водохранилище, допустим, или бычка, там уже непосредственно с гражданами проводятся профилактические мероприятия, в том числе бывает не исключено то, что мы накладываем штраф по административным правонарушениям. И везде мы не то, что зоны отдыха, там или бычка, или водохранилища, везде должны сопровождаться родителями, не только взрослыми, непосредственно родителями, потому что каждый родитель ответственен за своего ребенка. Кроме родителей никто не ответит за своих детей. В специально отведенных местах, а это бассейны, некоторые озера, предусматривающие все условия для отдыха, должны, просто обязаны соблюдать меры безопасности. Например, в бассейне Сан-Тропе имеется постоянно 2 спасателя, а также несовершеннолетних без родителей не пускают на территорию бассейна. Прошлое воскресенье, например, наш спасатель, он спас ребенка. Здесь отдыхали 4 семьи. И из этих 4 семей они что-то отвлеклись, играли, и мальчик начал тонуть. А спасатель, он как раз снимал на камеру. У него есть камера, он снимает все моменты. И он в этот момент увидел, что ребенок тонет, он рацию все убрал и спас ребенка. Ему было 7 лет. Водохранилище в селе Ленинском каждый год устанавливают знак о том, что здесь купаться запрещено. Но местные жители почему-то все время хотят от него избавиться. Уважаемые родители, жизнь ваших детей под вашей ответственностью, поэтому именно вы должны провести беседы, как правильно вести себя на воде. Рахат Батырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Аламюдинский район.